Добрый день, с вами передача «Простол». Сегодня в нашем обзоре мы продолжим разговор о все том же Мосберге МВП. Мосберг, Вармин, Предатор. Сегодня этой передаче мы ведем уже к практическим занятиям. Это выехали в полевые условия и отстреляем пару патронов, чтобы понимать, как он себя ведет в стрельбе. Собирать кучу мы сегодня не будем. Прицельное приспособление ставить мы не будем. Мы будем сегодня просто отстреляем пару боеприпасов с родных прицельных приспособлений. С мушки и целика. Мне интересен еще вопрос, насколько сильна отдача. Стрелять будем боеприпасом Federal 180 Grain. Второй момент. Мне интересно, насколько оглушает этот выстрел с учетом того, что мы находимся в яме. И, собственно, удобство, вкладки и все такое. Как мы уже помним из предыдущего обзора, одна из моделей МВП уже укомплектована Макпуловским магазином на 10 боеприпасов. Сейчас мы его зарядим и попробуем стрельнуть. Что из этого получится, увидим. Еще мне интересно будет проверить все тот же спуск Акутриггер. Потому что, как я по себе помню, в прошлом году не пошло у меня. Не пошло почему? Был мороз, я не чувствовал спуск, я срывал его. В общем, была полная лажа. Сейчас, по хорошей погоде, если виноват, буду только сам. Сейчас посмотрим, насколько интересен этот спуск. Мне очень это было интересно проверить. Итак, приступаем. Четко отработал гон, все было слышно. По комфортности я могу даже не одевать наушники. Довольно-таки нормально. Обычно я стреляю с коллиматорного прицела. И открытые прицельные приспособления, также оптический прицел, немножко как бы не мое. Ну, в данном случае очень удобный диоптер и тоненькая мушечка. Она где-то мне напомнила коллиматорный прицел. Тоненькая свеча, светящаяся точка. Попробую еще раз стрелять. Четко попадаю. Мне понравился пластиковый магазин. И вообще море пластика. Очень комфортно, он очень разворотистый, отдача меня особо не беспокоила. Благодаря хорошему тыльнику, очень комфортному, эластичному, у меня рисовая кофта и быстрая вскидка совершенно меня не беспокоила. Не было никаких задиров, довольно-таки все было комфортно. Довольно-таки понравился. Если у вас есть вопросы, задавайте. Будем на них по мере поступления отвечать. А с вами была передача «Про ствол». Всего вам доброго. Пока.